ушел легендарный боксер Юрий Александров из жизни в этом году. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, самый молодой чемпион мира нашей страны, который стал 18 лет чемпионом мира среди взрослых. Вы все прекрасно понимаете, о чем это говорит. То есть это талантливейший человек, это легенда нашего бокса, очень яркий боксер. Попрошу всех встать и помянуть его минутой молчания. Вес чуть больше 50, но бил ударом тяжелым, с судьбой играл. От подножья Урала смог до звезд вырасти, и на ринге все золото мира собрал. Засияла тем золотом детская школа, сил своих не жалел, чтобы спорту помочь. Труд был в радость, но приняло сердце боксера злой удар роковой в новогоднюю ночь. Как рано ты этот мир оставил. 49 — это даже не 50, даже не 50. По делам твоим тебе светлая память. Боксеры помнить будут, а дети простят.